Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон HomeTom HTM16. И как вы видите на этом телефоне, вот сейчас я вам покажу. На этом телефоне нет аккаунта Google, то есть он не установлен, да, то есть никто не вошел в аккаунт Google. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Итак, смотрите, для начала это обязательно. Должно быть подключение к интернету, там, по мобильной связи, либо же Wi-Fi, как я. Ладно, давай так пойдем, потому что что-то он немного тормозит. Вот, нужно подключиться к сети Wi-Fi, обязательно. Сейчас я подключусь, ну, то есть, может быть, и мобильный интернет, но желательно, конечно, Wi-Fi. Потому что интернет для аккаунта обязательно. Все, я подключился к сети Wi-Fi, вот, к сети интернет. Как мы видим, и то, что я подключился, это ничего не изменило. Да, просто идет проверка. Вот. Как же войти в аккаунт Google? Вот, сейчас мы это с вами и сделаем. Нужно перейти в приложение «Настройки». Затем спуститься вниз. К пункту «Аккаунты». Не к пункту Google, а к пункту «Аккаунты». Выбираем пункт «Аккаунты». Нажимаем «Добавить аккаунт». И здесь уже выбираем Google. Ждем секунду проверку. Вот, проверка выполнена успешно. Теперь нужно ввести данные своего аккаунта. То есть сначала логин. То есть, короче, адрес электронной почты Gmail. Да, это то же самое. Вот, адрес ввели, нажимаем «Далее», и теперь нужно будет ввести пароль, только через секунду. Так, «Далее», нажимаем «Далее», потому что я первый раз не нажал. Вот, и теперь нужно ввести пароль. Пароль я вам не покажу. И после того, как вы ввели пароль, нужно нажать на кнопку «Далее». Затем вы увидите вот такой вот экран. Вот такой вот экран. И нажимаете «Принимаю». Ждем проверку еще раз. Сервисы Google. Здесь включаете либо же выключаете резервное копирование. Так он выключается, так включается. Нажимаем «Далее». Вот. Можете сразу добавить банковскую кредитную карту. Либо же нажимаете «Нет, спасибо» и нажимаете «Продолжить». Здесь мы уже вышли на то же место, в которое пришли, и мы видим, что аккаунт Google уже добавлен. Для того, чтобы посмотреть, добавлен ли или нет, переходим в Play Market. И смотрим, что Play Market уже работает. То есть мы можем уже качать приложения, игры, музыку, фильмы. Ну, я не думаю, что тут фильмы кто-то покупает, ну да ладно. Но книги точно. Ну, вот. Мы и добавили аккаунт Google. Как теперь его удалить? Сейчас я покажу. То же самое процедура практически. То есть вы спускаетесь вниз в меню настройках, в меню настроек, и выбираете пункт аккаунта. Затем выбираете аккаунт Google. Тот, который вы добавили, да, ранее. То есть не нажимаете уже «Добавить аккаунт», а выбираете тот аккаунт Google, который вы добавили раньше. И здесь вот нажимаете на кнопочку функции в правом верхнем углу, три точки. И нажимаете «Удалить аккаунт». И затем нажимаете «Удалить аккаунт». Все, аккаунт Google удален. Проверяем опять по нашему супериндикатору Play Market. Заходим в него. И он нам показывает, что опять нет Google аккаунта, нужно войти. Спасибо большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, оно оказалось полезным для вас. Если это так, тогда оставьте свой комментарий, подпишитесь на канал, влепите нам лайк, что ли. До скорых встреч!